сижу, он в воде баху так и поломался пополам. Ничего себе, может рыба здоровая. Такое вот утро у Григория сегодня. Покажи, что ты там поймал, сынок. Ну, спиннингу вот так удобно карася ловить. Еще вот этот маленький лещик. Да? Протыкнулась. Вот здесь. Нет, это так. Мне вот так удобно ловить. На спиннинг? Ага. Еще так круто, Люба. Мам, ну эти поплавки нам не понравились. Нам надо на седла поплавки. Но если мы поедем, мы после, когда купим бутсы, поедем, я схожу. Я сварила компот, сейчас его остужаю, чтобы на обед уже можно было пить. Надо, наверное, опять воду поменять. Уже такая теплая. Сейчас сварила домашнюю курочку камышеватскую. И хочу приготовить лапшу и холодное. Вот с домашней курицы будет очень вкусно. Я сейчас буду готовить лапшу. Все, что для этого нужно. Картошка, лук и лапша. И, ну и зелень, соответственно, можно чеснок по желанию. Лапша готова. Я все приготовила. Мы сейчас будем обедать и поедем в Динскую. Принца Антошина написала, что все те, кто состоят на учете, в общем, звучит это так вот, как-то в соцзащите нужно взять справки из соцзащиты на питание, чтобы Антоха льготно питался. Питание в школе у нас обязательно, хотя бы раз в неделю. В любом случае родителям придется платить. Полностью от питания отказываться нельзя. Ну, я думаю, что если там поругаться или как-то, то можно, ну вот... Собираемся мы в Динскую. Мастер-класс, как завязывать шнурки. Да? Не футзалки. Да, Антоша, посмотрим футзалки. На футбол. У Глеба, тебе же его бабушка сказала. Здесь надо их же вчера на футболе. Справку как будто бы взяли, но на самом деле не взяли, да? Идем из соцзащиты. Так, пройтись просто в сад. Да. Так, в общем, что мы сделали? Еле припарковали машину. Потом я такая обрадовалась, думаю, все, мы сейчас взяли справку. 3 секунды, вообще никого не было. Но подписать ее неким, начальства нет, поэтому... Так, встали. Просто справка будет готова, заберете. Аж в 2 часа ее подпишут. Через 1.5 часа, но мы ждать не будем. Лучше приехать в другой день, мне кажется, не знаю. Антохи нашли футзалки. 31 размера. Сейчас будем мерить. Я бы для футбола бы тоже убила. Когда мы с папой играли, ворота сделали. Антошка с новыми бутсами же хвастается. А это упаковочная бумага. Так, и пакетик выкинем, ладно? Купили еще, зашли в экспрессе упаковочную бумагу. Попробую сделать пряничные букетики на 1 сентября. И шипы. Слушайте, у меня такое плохое настроение. Не знаю почему, но вообще меня все бесит. Все прям бесит и раздражает. Да я ненавижу такое настроение, ненавижу себя. Еще надо куда-то идти, когда в таком настроении, то это ужас. А мне идти в 6 часов получать учебники Григорию. Вот. И тогда уже можно с завтрашнего дня поехать в Оазис, купить обложки на учебники Антохи, Гришки. В общем, все дела сделать, концтовары купить. Не стала их тащить ниоткуда с Краснодара, не вижу смысла вообще. Не знаю, вот эти вот пачками покупают там по 100 штук тетради. Нужны ли они, насколько они... Я просто знаю, что у нас все новое, захочет сразу перейти в употребление. То есть, сколько бы ни было тетрадей, их все хочется порисовать, причем сразу. Поэтому вот понимаю, что слишком много, но купать не нужно. Это не такой дефицитный товар, которого завтра не будет. Пока есть время, на ужин решила приготовить холодное. Варю яйца, сейчас курицу поломаю кусочками. Я получила учебники Гришкины и еще забрала линеечки с именами. Насёль, а иди отнеси на кухню, халясё. В общем, сейчас покажу линейки именные Антошки и Гришки.
А дети здесь на улице. Они сегодня так круто играли в Лего вообще. Я поняла, что хорошо, что компьютер я отменила сегодня. Мне эта штука вообще очень нравится. Да ты что говоришь? Вообще мне эта штука не нравится. А почему? Чем она тебе не нравится? Потому что это учебник. Да, это... Если бы это возле комиксы, то тогда бы еще, да? А это учебники. А еще смотри, а что. Дай смотри, что еще. А что это? Линейка. Как у меня. Вот это такая? У него такой нет. У меня такая. Ой, мам, выкини вот этот Антон. Почему? Ля, какие классные. Тебе было? Нравится? Это а где я такие взяла? Мама, это моё? Вот. А где моя? Вот Антон написано. Блин, литературное чтение, математика. Как мне это все не нравится? Ну, придется поработать. Убери это все. Гриш, прекрати, пожалуйста. О, Гриш, а самая внизу, я знаю, что... Английский. Да убери, мам. Какая красота, ветерок практически стих, вот немного я сейчас смотрю на деревьях, они немного колышутся, но и у нас вот такое футбольное поле, сейчас поедем в бау-центр покупать трубы на то, чтобы сварить ворота. Пластиковые трубы будут как для воды, знаете, будут ворота футбольные. Моя семья выезжает. Сейчас только начался. Небо. Дубль 2560. Глянь, какое небо! Гляньте, какой муж. Он так замечает красоту, он научился видеть красивое в небе. Можно я помолчу? А мы посмотрим все на небо. Смотрите все направо. Как будто кто-то красками, да? Как будто красками кто-то намазал, да? Да. В бау-центре. Ну да, здесь уже вот этой стоянки очень мало. Вот там еще что-то справа делают. А мы уже приехали. Да, в бау-центр приехали. Ты не спишь? Я не спала. Ты не спал? Вот Афонька не спал. А те два соседа спали, да, Афонь? Да. Два соседа. Два соседа? Да. Где? На Казак ФМ? Так, зашли мы в бау-центр. Да она как под доску. Ну да, МДФ, да. Это Гриша. Что тут за цены? 380. Ага, ну да. Ну вот мне вот такие штуки, знаешь, можно из них сделать этот фотофон. Ну, то есть, я имею в виду, мне же не надо. Вот, они тут поштучно не продаются? А, почему? Продаются. Надо что-то. 144 рубля. Одной штуки же мне хватит или две надо? Ну а какой тебе, я же не знаю размер. Ну, мы нашли эту, то, что нам надо, да, и трубки вот. Почему они разные? Для холодной воды, для горячей? Что нам надо? Вот 45, или это не 45? Вот у папы есть свой план. Так. Получится, да, она выше будет. Прошло уже три дня. Гриш. Куда? Домой. Домой на самолете? Мы начинаем собирать. Да, вот сюда нужно их ставить. Я нарушу правила. 3, 6, 4. Ах, не открывает. Это сколько? В общем, это у нас будет ворота. Завтра? Ну, я не знаю, когда. Мы будем с папой паять. 6, 2, 3. Нет, дедушка еще должен чать. Дедушка? Я ему буду помогать. Там горячее. Там горячее. Поверх-то не надо. 5-6. Пожалуйста. Правильно? Нет, там паять надо. Ну, смотри. Итак. Вот так вот. Пойдет. Здесь состыкуется вниз. Здесь уголок. И внизу, получается, должно быть. Там просто уголок. А там тройное, а там... же. Тройник.
Так он нельзя туда. Ты можешь постоять спокойно? Нельзя. Где штанги? Там это она вот сверху состыкуется с этой тем. Какой тут интересный газон, прям под натуральный. И прям даже с сухой травкой он. Это прям есть... эффект вообще натуральности. Надо еще... И что он стоит? Вот так стоит. 1 рубль. За штуку, да? Да. 1 рубль за штуку. Вот такой вот он. Красивый. Я купила себе еще миску для салата. И дети еще бомбочки купили. Ну смотри, на, если... По 70, да? Вот если по 80. Ты разлаживала не только там? Давай по 80, да. И, ну, как раз вот... Чуть-чуть останется. Нормально. Да, давай. Значит, на 1,60 напополам здесь распилить. Давай. Григорий. Еще короче, раз. Будем мы сейчас мой фотофон пилить. А выбеленный дуб какой-то. Не знаю. Поехали? Угу. Давай. Самое прикольное, что здесь тележки метра валяются. Это кто-то их, походу, спер и потом их заберет, знаешь? Афонечка, иди сюда. Сейчас будем все складывать. Ну, садитесь. Мы загрузились. Сейчас едем домой.